Должностными лицами таможенного поста МАП Новоюрка Чебрянской таможни была пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу двух картин. Перевозчик картин пытался их вывести с территории Российской Федерации, спрятав среди личных вещей в багажнике своего автомобиля и не задекларировав в установленном законном порядке. Как позже экспертиза показала, что представленные исследования картины относятся к категории культурных ценностей, как живописные работы, созданные более 50 лет назад. Общая рыночная стоимость картин на внутреннем рынке России составила 7 миллионов 880 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 прим. 1 УК РФ. После проведения экспертизы данные картины были упакованы и опечатаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.